В Алёкминске прошли рождественские чтения. Родители, воспитатели и священнослужители поделились своим опытом. О том, как прошло мероприятие, расскажет Елена Фас. Добрая традиция рождественских чтений, которые проходят в детском саду «Звездочка», нашла продолжение и в этом году. Уже четвертый раз здесь собрались педагоги дошкольных учреждений и родители, чтобы обмен опытом, накопленным за годы становления, был не только на уровне семинара, но и имел практическое применение. Оно помогает не только детям, но и взрослым понять, что есть такое духовное воспитание, помочь детям как бы найти правильную дорогу. Это программа по духовно-нравственному воспитанию, это программа «Социокультурные истоки». И эта программа, она просто необходима в работе не только с детьми, но и с родителями, так как на сегодняшний день очень многие ценности у нас утеряны. Основой стала программа «Истоки». Именно эти результаты с интересом смотрели коллеги. Каждое занятие – это мини-проект с возможным развитием. Особенно ценно то, что участие в нем принимали родители. Основные понятия доступны на любом возрастном уровне – добро, семья, дружба, поддержка, а в целом – то самое развитие духовности. Семья – это что? Ну, какие-то чувства. Если бы не существовало семьи, то бы не было ни детей, ни родителей. Все были как будто дикие, как те времена каменные. Уже в завершении неоднократно звучали пожелания о разработке преемственности уже в школьном образовании. Тем более такой опыт есть у линчан. И я думаю, что тот опыт, который детский сад «Звездочка» внедряет у себя, будет интересен и другим нашим детским садам, их коллективам. Они будут у себя это также внедрять. Следующий этап, я надеюсь на это, могло бы стать внедрение таких же духовных занятий в школе. Опыт лет доказывает, программа востребована. Хотелось бы и в будущем видеть ее продолжение в школах, потому что остановить эту программу и прервать на выпуске из детского садика, это, наверное, было бы большой потерей. Елена Фаст, НВК Саха, Алёкминск.